Всем доброе утро. Сегодня у нас 2 июня. Первый раз вот утят оставили на ночь на улице. Прямо вот в этом вот вольерчике. Но я их накрывала. У нас есть ткань. Вот справа черная лежит. Это палаточная ткань. Она с одной стороны как клеенка. Плотная ткань. И вот как раз по ширине она почти во весь этот вольер, сантиметров 15 не хватает. И в длину как раз вот. Ну, вот не знаю. Все ходила вечером, смотрела, вроде бы все нормально. Слушала, им когда холодно, они начинают пищать. А тут ничего, сидели. Но им уже пошел 3-й месяц. Они уже так все перышком покрылись. Должно быть тепло. Хотя ночью у нас сегодня было прохладно. Сейчас открыла, они давай быстрей умываться. Собакам моим, конечно, не нравится. Вот у меня товарищ один тут бегает, и одна подальше еще. Собаки у нас на цепи. Вольеры они не признают. Хоть и говорят, что собакам нельзя на цепь. Но как с детства приучишь, так она и будет сидеть. Одно время мы их пытались в вольеры. Ни в какую. Визжал, скулел, выл. Такое ощущение, что даже у него слезы на глазах были. Ну, естественно, весь вольер опять разобрали, посадили на цепь. Но мы с ними ходим гуляем. Не нравится ему наша птичка. Ну что сделаешь? Ну, у нас птичка появилась после собак. Нет, надо в тенечке стоять. Поближе подхожу. Вообще ничего не видно. Так что вот. Думаю, будут они у нас пока здесь. Потому что в сарае им уже тесновато в этом брудерном ящике даже ночевать.